Я знаю, как это – быть новенькой в городе. Ты даже не стараешься, Генри. А зачем? Генри, из-за тебя я снова опоздаю в школу. В этом городе новичкам не рады. Клей, можно с тобой поговорить? Давай. Нет, стой! Я сказала нет! Какого? Генри, это ты? От режиссера «Идентификация Борна» и «Грани будущего». Вчера с телефона Генри совершили звонок в службу спасения. А ты знала, что существует 6 различных типов приступов? Я как раз изучаю этот вопрос. Помоги мне понять, Генриетта. Я хочу добиться справедливости для сына. Произошло что-то очень странное. Нам надо поговорить. Ты последний видела моего брата до того случая. Мне нужна твоя помощь. Я же сказал, у меня все под контролем. Верь мне, это всего лишь злость несчастной девчонки. Пусти меня! Куда она делась? Я не знаю. В начале июня. Я просила остановиться, но ты не стал. Никому не рассказывай то, что ты рассказал мне. Тут происходит то, о чем ты не знаешь. Думаешь, я объясню это полиции? Что ты ей сказал? Почему она тебя боится? Генри, тебе нельзя быть одной. Я всем расскажу, что ты такое! Никто тебе не поверил. Ты не можешь контролировать то, чего не понимаешь. Импульс.